Всем хорошего дня. Очередное включение с нашего объекта в Краснооктябрьском районе. Пристройка по каркасной технологии 8 на 3 метра. Сегодня закончили внешние стены монтировать. Сделали примыкание через доску. В дальнейшем этапе, возможно, по-другому там что-то сделаем вверху. Так как сейчас мешает и навес здесь. И на саморезе, и на гвозди пробил. Так все крепко держится. Сделали обвязку верхнюю. Стен через джут 150-й. Следующий этап у нас теперь демонтаж кровли дома и монтаж стропильной системы уже общей с пристройкой вместе. Если какие-то у кого вопросы, пишите, звоните. Всегда рада ответить. Всем хорошего дня.